Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиографией. Эдмунд Дюлак, франко-британский натурализированный журнальный иллюстратор, книжный иллюстратор и дизайнер марок. Я пользуюсь переводной Википедией. Родился в Тулузе 22 октября 1882 года. Начал свою карьеру с изучением права в университете Тулузы. Он также изучал искусство. И переключился на него после того, как ему наскучила юриспруденция, получил призы в школе изящных искусств. Провел очень короткий период в Академии Жуляна в Париже в 1904 году, прежде чем переехать в Лондон. Переехал в Лондон в начале 20 века и в 1905 году получил свой первый заказ на иллюстрированные романы сестер Бронте. Во время Первой мировой войны выпустил книги «Рельеф». После войны рынок роскошных детских книг сократился, и тогда он, среди прочих начинаний, занялся иллюстрированием журнала. Разработал дизайн банкнот времен Второй мировой войны и почтовых марок, в первую очередь тех, которые возвещали о начале правления королевы Елизаветы II. Начал сотрудничать с галереями Лестера и Холдуэлла и Стоунтон. Галерея заказала Дюлак иллюстрации, которые он продавал на ежегодных выставках. Во время Первой мировой войны он внес свой вклад в издание книг о благотворительности. Дюлак был дважды женат на Элис Мейде, Марине, американке, и Эльзе Арнольдиче Биньярди. После того, как Дюлак расстался со своей женой в 1924 году, жил с британской писательницей Хелен Боклер до своей смерти в 1653 году. Дюлак часто использовал ее в качестве модели для своих иллюстраций и проиллюстрировал два ее романа. После войны иллюстрированная книга подарочного издания стала редкостью, и карьера его в этой области закончилась. Однако карьера продолжалась в других областях, включая газетные карикатуры, портретную живопись, дизайн театральных костюмов, сценографии, экслибрисы, коробки шоколадных конфет, медали и различные графики. Продолжал выпускать книги до конца своей жизни, больше, чем кто-либо из его современников, хотя они были менее частыми и менее щедрыми, чем во времена Золотого века. На полпути к написанию своей последней книги «Комус Мильтона» Дюлак умер от сердечного приступа 25 мая 1953 года в Лондоне. Он разработал дизайн почтовых марок для Соединенного Королевства, включая почтовую марку, выпущенную в честь коронации короля Георга VI. Был одним из дизайнеров марок серии Уайлдинга, которые стали первыми печатями периода правления королевы Елизаветы II. В начале 1940-х годов подготовил проект польской банкноты достоинств 20 злотых для Банка Польши. Она была заказана польским правительством в изгнании и никогда не выпускалась. Вот так вкратце из переводной Википедии о франко-британском журнальном иллюстраторе, книжном иллюстраторе, дизайнере марок Эдмунд Дюлак. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.